Здравствуйте, в эфире новости 24 на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Короткий анонс. Россельхознадзор в ходе рейда выявил нарушения в деятельности ветеринарных аптек. Подробности в выпуске. Золотые руки или тонкий слух. Мастер из села Ирпили изготавливает музыкальные инструменты и учит детей на них играть. Наши корреспонденты услышали звучание народного инструмента. Последний матч этого года. Завтра на домашнем стадионе «Анжи» сыграет с московским «Спартаком» в рамках 17-го тура премьер-лиги. В республике выявлено 13 ветеринарных аптек, функционирующих без лицензии. Об этом сообщает Россельхознадзор Дагестана. В ходе рейда сотрудниками ведомства были отобраны и направлены для исследования 42 пробы медикаментов для животных. По итогам были выявлены 5 препаратов, не соответствующих качеству и маркировке. Их продажа в ветаптеках приостановлена. Остатки лекарств изъяты из оборота. В ходе проведенных исследований были выявлены несоответствия качества и маркировки следующих лекарственных средств. Это Элиавит, Клавер, Витам, БПНТ и вакцина против бруцеллеза овец и коз Рев-1. Материалы на владельцев торговых точек переданы в суд. Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Напомним, для удобства граждан на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Лицензирование» в ежедневном режиме размещается актуальная информация о выявленных фальсифицированных лекарственных средствах. В Главное управление МЧС Республики были приглашены владельцы банкетных залов, ресторанов и других объектов массового пребывания людей. Цель встречи – подготовка к Новому году. Противопожарная безопасность. Подробнее расскажет Камиль Девятов. Декабрь – время, когда общество готовится к праздникам и новогодним каникулам. В соответствии с этим все рестораны города и банкетные залы будут работать на широкую ногу. Цель прошедшего мероприятия состоит в том, чтобы предупредить руководителей объектов и ответственных лиц, чтобы они подошли к обеспечению пожарной безопасности в своих заведениях со всей ответственностью. У нас за последние недели было много совещаний, совбез, значит, координационные совещания под руководством главы республики, где были поставлены задачи, значит, по предстоящим праздникам. Но по линии МЧС это вопрос касается пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов отметил, что необходимо предотвратить чрезвычайные ситуации, быть готовыми ко всему и избежать трагедии, которая произошла в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Значит, примеров могут быть еще много, и в Махачкале, и в Каспийске много наших объектов приводится в порядок, за что вам большое спасибо. Вот. Но задача и цель, чтобы, коллеги, мы спокойно с вами, значит, провели праздники, это будет зависеть и от наших сотрудников в дальнейшем, так и, естественно, больше от вас, от руководителей данных, значит, заявлений. Стоит отметить, что только с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года в республике произошло 136 пожаров, в результате которых погибло 2 человека и было травмировано 9. А причиненный материальный ущерб превышает 13 миллионов рублей. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 19 новых школ построят в Дагестане. Это станет возможным благодаря федеральной поддержке. Кроме того, до конца года завершится строительство 9 объектов образования, 8 школ и 1 спортзала в селе Буркихан Агульского района. Новые школы введут в эксплуатацию в селах Новокаре Бабаюртовского района, Ибрагим-Атар Тляртинского, в Ботлихском, Дахадаевском и Кумтаркалинском. А в Каспийске уже завершено строительство 2 школ на 500 и 800 ученических мест. Ученые намерены выяснить точный возраст Махачкалы. Эксперты полагают, что столица Дагестана может быть намного больше 160 лет. Археологи из Российской академии наук планируют провести исследование для определения более точной даты основания. Обсуждение организационных вопросов предстоящих научных изысканий прошло в мэрии города. Одно дело – летописные источники, другое дело – исследование научное. Нам с вами нужно на первом этапе попытаться соединить исторические источники с нашей наукой археологии, потому что только археология в принципе может выявить, были здесь культурные слои предыдущих эпох или не было. Хотя, опять же говорю, ну, у вас в Академии наук есть специалисты, если мы будем работать, я думаю, что имеет смысл работать совместно с вашими специалистами, наверное, потому что, ну, кто как не они лучше знают.
По итогам встречи было принято решение о формировании поэтапного плана действий будущих археологических исследований. В частности, планируется поднять архивные данные, имеющиеся исторические источники, древние карты, а также провести сбор нового материала. У нас было такое, есть поселение Тарки, что оно имеет свою историю, более тысячелетнюю историю, если мы это можем доказать на всех уровнях. И потом какую-то даже, например, программу войти в этом направлении, мы готовы. В историческом парке «Россия. Моя история» прошло мероприятие в честь пророка Мухаммада, мир ему и благословение. На нем побывал наш корреспондент Абдулла Алиев. Мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь проходит мероприятие, посвященное месяцу рождения пророка Мухаммада Рабиуль-Ауль. В данный момент здесь проходит самая важная часть этого мероприятия – конкурс на лучшее знание жизнеописания пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Всем участникам раздали листки с вопросами, а это студенты вузов и СУЗов города Махачкалы. И кто даст правильный ответ, того ждет, соответственно, приз. Но это не все. Перед студентами также выступают ученые-богословы, исполняются нашиды. Перед студентами выступил заместитель муфтия Республики Дагестан Абдулла Салимов, который отметил, что участие в таких мероприятиях – это большое везение. А как может быть пророк сегодня среди нас? Пока он в наших сердцах. Пока он в наших семьях, пока мы говорим о нем, пока мы знаем его. И получается, насколько ты знаешь о нем, ровно настолько ты обезопасил себя и общество от смут и бед. Как отмечают организаторы мероприятия, это руководство исторического парка «Россия. Моя история», они проводили это мероприятие с целью побудить молодых людей к изучению жизнеописания пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Раздали объявления по различным учебным заведениям, и вот представители этих различных учебных заведений, они пришли сегодня сюда. Сколько всего участников? Ну, мы планировали около 200 человек, но нас приятно обрадовали. Почти 300 человек у нас присутствует. ДЦП. Этот страшный диагноз Саидику поставили, когда он был еще совсем маленьким. С тех пор родители стараются облегчить и улучшить жизнь ребенка. Врачи, больницы, лекарства и лечебные массажи – все это помогает, но стоит больших денег. Семья едва сводит концы с концами. Теперь Саид – подопечный благотворительного фонда «Инсан». Чтобы начать ходить, ему нужна поддержка не только родителей, но и неравнодушных людей. О том, как маленький человек борется с большой болезнью, в сюжете Карины Баталовой. Саидик, что ты хочешь? Казалось бы, обыкновенное желание для 4-летнего мальчика – ходить в школу. Но для Саидика оно может стать несбыточным. Его мама показывает толстую папку со справками и анализами сына. За эти 4 года они побывали у десятка врачей. Наша медицина, оно никуда не годится. Я не раз обращаюсь к нашим врачам. Мне очень тяжело элементарно попасть здесь на реабилитацию. В данный момент я должна быть на реабилитации, но я дома. Потому что мне не дают ни анализы, ничего. Я сейчас сижу дома, потому что, не знаю, за все вынуждена платить. Реабилитация детям с диагнозом ДЦП просто необходима. Массажи, дорогостоящие препараты, ЛФК и плавание. При комплексном подходе в будущем ребенок может стать самостоятельным человеком и полноценным членом общества. Но молодой семье из нового Хушета сложно вновь и вновь находить деньги на постоянное лечение. Да и так называемая бесплатная медицина здесь не работает. Очень тяжело. Потому что навстречу никто не идет. Просто понимаю тебя, да, поможем. А я 4,5 года живу в больницах. Не бывает, что я покупаю препараты. Не жалуюсь, все покупаю. То, что надо, я ради своего сына как бы на все иду, все делаю. Ну, просто вот морально устаю, понимаете? Ходить самостоятельно Саидик не может, но зато он уже разговаривает. Малыш очень любит гулять и хочет когда-нибудь иметь свой велосипед. Мама обещает его купить. Главное, чтобы сын сам начал ходить. Ой. Давай, ты сильный, давай. Идем к маме, идем. Мама, туда иди.
Сейчас семья Абуталимовых живет в трех комнатках небольшого вагончика. Рядом стоит фундамент будущего дома. Загра улыбается. Дом делаем большой, с расчетом на сына и уже его предстоящую семью, которая, иншаллах, появится, если мальчик станет самостоятельным. О чем вы сейчас больше всего мечтаете? Ой, вы знаете, я, кроме как, чтобы он ходил, мне больше ничего не надо. Исполнить мечту Саида и его мамы можно, отправив смс на номер 3116 с текстом «Вера» и суммой. Для поездки в реабилитационный центр «Сакура» в Челябинск мальчику необходимо 159 тысяч рублей. Даже самый небольшой вклад будет значимым в жизни этого ребенка. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Иразутдинов Султан Ахмед занимается творчеством, изготавливает своими руками национальный инструмент агач-кумус и обучает детей музыке в родном селе. С мастером встретилась наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Работают, не покладая рук. Ученики подмастерья села Ирпили точно знают, какой толщины должны быть стенки национального инструмента – агач-кумуза. Когда-то в каждом дагестанском селе были свои музыкальные мастера. Сегодня в республике осталось несколько людей, знающих, как правильно обработать дерево. Да и навыки игры почти утрачены. Для того, чтобы многовековой опыт передавался и дальше, Султан Ахмед набрал учеников-мальчишек из родного села. Я увлекаюсь один год. Я новичок, короче. Я равняю все стороны стены, короче. Я равняю, потом даю, чтобы поставили сюда эту пластинку. Потом лаком они это делают, а потом эти струны ставят. И здесь дырки тоже делают, потом узор тоже делают, и все готово. Мастер живет в селении Ирпили Буйнакского района. Там же руководит школой искусств. Музыку Султан Ахмед любил всегда. Еще на службе в армии играл в духовом оркестре. Лишь много лет спустя, выйдя на пенсию, решил заняться старинным ремеслом и вернуться к музыке. Когда я уже на пенсию вышел, потом уже вижу, что уже мастера по изготовлению кумуза нету. Так такого даже в районе большей школы искусства по изготовлению кумуза нету. Поэтому, чтобы как-то поднять вот это искусство, как-то интерес поднять детей на это искусство, что, ну, чтобы инструмент нет, значит, играть, кто будет играть, некому играть. Ну что сказать, обучиться на кумусе задача не из легких, четыре струны подаются нелегко, зато это удается нашим ученикам. Все меньше и меньше в республике народных умельцев, которым по силам смастерить добротный инструмент. Его вырезают из цельного куска дерева. Затем обрабатывают особым составом, секрет которого у каждого мастера хранится в строгом секрете. Итого процесс занимает около 2 недель. Изготавливать инструменты можно из разных пород дерева, но тогда и звучать они будут по-разному. Так, агач-кумус, сделанный из ореха, звучит громче, чем из липы. Вот здесь мы ребятам, ученикам сделали шаблоны, чтобы легче было для ориентации. Из какого дерева, вот какой размер выходит, чтобы узнать, сделали шаблоны такие. Ну, на изготовление одного инструмента, например, у меня где-то неделя, 10 дней выходит на изготовление одного. А ученики, конечно, за это время не сделают, у них один учебный год уходит на изготовление одного инструмента. Султан Ахмед из Апили надеется, что со временем агач-кумус зазвучит далеко за пределами Дагестана. Для этого мастер делает все, что в его силах. Луиза Раджабова, Салман Китихмаем, телеканал ННТ, Буйнакский район. Немного о футболе. Завтра Анжи проведет последний матч этого года. В рамках 17-го тура премьер-лиги на домашнем стадионе в Каспийске желто-зеленые примут московский «Спартак». Со вторника желто-зеленые готовились к этой игре на полях Анжи-арены. С основным составом продолжает работать группа футболистов молодежной команды. Из лидеров вернулся в строй защитник Джон Чансельор. Напомню, что в первом круге матч со «Спартаком» завершился для нас поражением. Тогда игру омрачило судейство. Арбитр Левников показал махачкалинцам 2 красные карточки. В турнирной таблице Анжи пока на 14-м месте с 15 очками. Москвичи идут 4-ми. Начало игры в 20:00. Олимпийскому чемпиону Бахтияру Ахмедову на родине окажут торжественный прием.
Неделю назад дагестанский борец получил в Москве золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Титулованного вольника со всеми почестями будут встречать в Махачкалинском аэропорту. Рейс на борту со спортсменом приземлится завтра в 12 часов. Напомню, что Ахмедова объявили победителем Олимпиады весной, после того, как перепроверка допинг-проб выявила у экс-чемпиона Артура Таймазова следы запрещенного препарата. И на этом у нас все. Не переключайтесь, смотрите нас также в YouTube и в Instagram. До свидания.